наш Citizen Hotel. Очень интересный концепт, про него расскажу дальше. Особенно рецепция поразила. Немножко дождливо в Копенгагене, но мы вот живем прямо возле Ратушной площади. В общем, центр-центр. Идем кушать. Ну, погода как в Копенгагене. Много лесов, но и красивых зданий тоже много. Завтра будем все узнавать. Citizen Hotel. Итак, наш номер в Citizen Копенгаген отеле поразил многими моментами. Во-первых, оказалось, что он такой вот смарт. Как-то я непонятно его выбирал. Получается, что кровать имеет только один выход. Так, в придачу вот такое вот чудо. В общем, один из самых хай-течных отелей, которые я видел на данный момент. В чем завязана хай-течность? Сейчас расскажу. Он мне очень напоминает отели Yotel. В частности, в Стамбульском аэропорту. Все вот настолько прикольно, хай-течно. Но он, конечно, маленький. Умывальничек прямо вот в номере. Ну, места для вешалок есть. В принципе, мы не особо собираемся находиться в отеле. Будем гулять, несмотря на погоду, немножко дождик. В общем, очень прикольный концепт. Я ресепшн потом покажу. Вот. В принципе, там практически селф-чек-ин. Парень просто помогает. Все на компьютере ты набираешь, да. И настолько это удивительно. В номере есть планшет, с которого можно регулировать, в принципе, все. Ну, конечно, переключатели здесь тоже есть. В общем, такой номер стоит в кронах 3850 за 3 ночи. Я заплатил букингу. И мы взяли дополнительную опцию, когда сюда вот заехали. Это late check-out в 2 часа и завтраки. То есть мы еще доплатили где-то 1400 крон. Вот, я потом, когда завтрак буду снимать, все посчитаю, сколько это получается, и скажу, сколько это в евро. Вот, ну, примерно 7,85 была крона, да? Вернее, евро где-то 7,5. В общем, чтобы не быть голословным, чувак, привет! Ты крутой! Вот так вот выглядит ресепшн на 7 этаже. Ты из лифта выходишь и сразу... Тебя встречает стол с компьютерами. Ну, здесь парень помогает, и все здесь происходит на месте. Ты даешь свой reservation number, и тебе вот выдают карточку, которая сразу здесь программируется. И можно прям самому с компьютера добавить завтрак. Мы еще добавили поздний чекаут. В общем, очень здорово. Можно вот здесь посидеть. Вот такая вот зона, где можно поработать. И просто почилить. Очень классный отель. Ну, действительно, всем рекомендую. И очень удобные кровати, твердые матрасы, здоровские. Что здорово, все автоматично, ну, настолько управление в номере комнатой, как смарт-комната с лэптопа, вернее, с планшета. Что понравилось, полное затемнение окон, то есть в номере полнейшая темнота способствует высыпанию. Итак, наш завтрак в нашем Citizen отеле. Вау! Очень много рыбки, все как дома. Грибочки, картошечка. Что здесь? Тефтельки, омлетик. О, класс, смотри, грибочек тоже. Различные йогуртики. Здесь фруктовый стол. Кофе они делают по просьбе, круассаны. Барная стойка. Ну и самый прикол здесь, конечно же, рецепция, селф-сервис, настолько необычный.
Настолько необычная гостиница. И у нас из окна номера, и из окна вот ресторанчика вид на Ратушную площадь. Сегодня опять пасмурно, но будем надеяться, что не будет дождя. Одуренная лаунж-зона. Просто суперски. Sometimes I feel like a mother.